он заявлен как свидетель. Вот просто чуть попозже, после вот суда. Суда. Можно будет чуть попозже? Это же вы препятствуете правосудию. Зачем срываете судебный процесс? Нет, вы препятствуете. Вот вы препятствуете правосудию. Свидетель. Дайте нам, пожалуйста, 2 минуты для согласования юридической позиции. На месте, пожалуйста. Нет, вот сейчас, пожалуйста, чтобы я ему разъяснил правовые последствия. Вы вместе с ним имеете право поехать. Если вы хотите выступить защитником, пожалуйста. Пожалуйста, машина.